Всем огромнейший привет, с вами снова Айс, и мы продолжаем прохождение второго Диабло A Lord of Destruction. Честно говоря, я уже немножко подзабыл вообще, что нам делать. Хотя прошло совсем немного времени. Ну, если не ошибаюсь, мне нужен затерянный город, потому что я под оазисом уже что-то забрал. Ту вещь, которая нам была, в принципе, нужна. Блин, наша лучница хрена себе лучше, чем мы, реально просто. Причем просто намного лучше, чем мы. О, зелье восстановления, давайте берем. Просто не такие, поэтому у нас самый даже такой обычный моб. Может убить. Нахрен. Просто самый обычный моб. Ну, конечно, не обычный, понятно, героический моб был, но все равно, то есть это не какой-то болт, даже. Но он нас практически убил. Не знаю, проще всего так вот ловушку поставить. Самоцвет. Давайте посмотрим, что там за камень. Как фигню мы укидываем, естественно. Камушек, 3 к минимальному урону. Фигня. Обычная фигня. Которая нафиг не нужна. Кстати, вот он и затерянный город. Вот он и затерянный наш город. Особо выбора нет. Это пипец. Меня уничтожают, не знаю вообще как делать. Не прочь даже простые обычные мобы. Какие-то там, блин, элитные мобы, не знаю, уже начинают убивать. Просто обычные мобы. Выкинуть, выкинуть, всю эту фигню не буду подбирать даже. А, и что он сможет спасти, то, наверное, вот это. Ловушка молнии, которая у нас с собой есть. Как ни странно, но только она нас более-менее спасает. Причем не обязательно нужно... Блин, вот это на самом деле фигово. Это очень фигово, потому что, во-первых, убили мою наемницу, лучницу. А мне ее нужно воскрешать, естественно, да? Добрый день. Но это не так плохо. Плохо то, что я, в принципе, без нее и без ловушек молнии ничего не могу сделать вообще. То есть... Ну, то есть, как-то это не камильфо совсем. Сейчас мы сделаем еще одно прикольное зелье, которое будет восстанавливать у нас 100 хп здоровья и манны. Не знаю, этот камень я даже его оставлять тут не хочу. Доброе утро. Просто сделаем вот так, продадим. И продадим его нахрен. Давайте посмотрим. Так, портал аккуратно. Давайте посмотрим. Может быть, он продает что-нибудь, что мне будет полезно. Броня, это соответствует заклинание от Рельцель Дан. Фигня. Сами видите, что в принципе тут фигня.
продается. Оружия какого-либо такого, которое мне бы хотелось купить, тоже, к сожалению, нет. Ладно, будем надеяться, что мы в будущем найдем все-таки более не... какую-то хотя бы более-менее неплохую пуху. Жесть. Просто жесть. А это всего лишь второй ранг. Всего лишь второй ранг. Я вообще не представляю, как там будет третий проходить, четвертый. Если такая тенденция будет сохраняться. То есть мы будем там кучу раз задыхать. Правильно то, что я не начал там с одной жизни играть, не стал выделываться с самого начала. А чего вообще никогда бы не прошел. Ну не прошел бы, конечно, но. Там 20-й попыток, 30-й, может быть, 40-й. В принципе, просто можно было бы взять и варвара, да. Билд на варвара примерно помнил, там легкий, и за варвара можно было пройти на одной жизни. Наверное, даже сейчас. Ну, а не какой-нибудь там хардкор. А ну бас всего лишь навсего. А что же даже лучше? Ну, желательно. Пока у нас действует. Пока на нас сильный баф, который повышает опыт за убийство мобов, короче, который повышает. Нас как яд просадил, вообще жесть. Я в принципе убил просто, блин, практически нас полностью. Он просто сломал нас полностью практически, не оставив никакого шанса. Он нас не убил, конечно, он фул хп нашу не забрал, но у нас хп мало, у нас 146 хп, это очень мало на самом деле. Защиты никакой особой нет. Резидент нет, ничего нет. Так, получили мы уровень, блин, не знаю, знаете, что я сделаю? Я, наверное, все-таки в ловкость все вложу, да? А тут... Тут боевое искусство. Дарку не хочу, уход в тень. Так, если я, например, прокачаю когти грома, еще нет, хвост дракона, лапа дракона. Если, например, прокачаю мастерство владения когтями, поднимется урон. Только когти, это только когти. Как я помню, это не... Блин. Чуть не сдох. Как я помню, это не повышение урона вещами, которые напоминают когти. Нет, или там татары, да. Что и руки, там. Это именно когти, то есть чисто когтями. Ловушки, да, ловушки как-то там чего-то делают. Как-то там чего-то они делают. В принципе, если как-нибудь аккуратненько, не знаю, там, находиться, аккуратно бегать, не особо куда-то лезть, пускать впереди всегда наемницу, использовать ловушки, то норму-то мы пройдем, конечно. Но... Я как-то ожидал это все более... Красиво, что ли? А не так вот нубской тактикой. Баб спал сейчас, он не достоин. Мне просто нужно найти просто нормальное упражнение, и все. И все будет хорошо.
просто найти, найти когти. И как только мы эти когти найдем, я думаю, у нас прям сразу все и будет получаться. Как по мгновению волшебной палочки. Шучу, конечно. Прокачиваем. Сами когти будут. Желтые учарси в пиаромарте. Поэтому тут как бы луноваться и ничего. Играю, конечно, как мук последний, но я слишком долго не играл грабов. Ну а в плане быстрых пробеганий и так далее, только по квестам я с самого начала говорил, что это не мой стиль, в принципе, не такой Ну, или как настроение такое, не знаю, какое-то. Пикшуно-рановое, то есть бежать, бежать, что-то делать. Да ладно, блин. Что, все, тут больше нет проходов, что ли? Подождите. Древние туннели. Блин, беда. А, ну да, это была просто типа склепа вещь, где был рарный моб и все, то есть тут нет ничего больше. Я правильно понимаю? Давайте почитаем квест. Так, личинок под далеким общить храм когтистой гадюки. Храм когтистой гадюки. Я уже, честно говоря, просто что там ты делаешь. Выполнение каких-то заданий. Ну даже не знаю, вот это даже палка, да, она будет в принципе лучше, чем наш катар, но мы их, к сожалению, не носим. То есть для нас эта палка, блин, была бы вообще какой-то, не знаю, ну имбой, что ли. Ну не имбой, конечно. Дальний змей, это хрень. Так, ну сначала мы откроем затерянный город полностью. К сожалению, я не могу тут даже себе позволить пробегать, если бы хотел. Потому что нам нельзя пропускать духов, вещи. Дело даже не в опыте, а что вот просто с рарного моба хотя бы одного упало. Ну не знаю, когти те же самые. Там, не знаю, синие хотя бы катары, желтые вообще будут идеально. Не говоря о сетовском, там, сетовских когтях, хотя на этом уровне не падают. Оба! А это руна, ё-моё, я уж обрадовался, думал, что-то прикольное. Это всего лишь руна, опять же, с рунами у меня все плохо. Вот тут в комментариях видишь, что там с рунами делают. То ли просто так измываетесь, как я... А, если хотите подсказывать, что делать с рунами. Вы сами не помните. А гуглик я не помню, я вот такой противный, все, гуглить не буду. Эти рунные слова. Да и на самом деле, куда мне их вставлять на себе? Куда я их там, блин, ставлю? Это руны эти. Мне их вставлять абсолютно некуда. Откуда тут опасно? Ну, кстати, камни все будем подбирать, естественно. Мы их потом будем преобразовывать в более большие постепенно и потом уже камни куда-нибудь вставлять. Люблю шлемаки с сокетами и магические, повышение шанса магического урона. Ой, блин, нахождение вещи, естественно. Обычно я не в броню вставляю, в шлемаки. Там по ситуации, конечно. Я сейчас нам, блин, бегать с шансом повышения не магического урона, блин, с шансом повышения выпадения магические вещи.
С одной стороны, хотелось бы бегать, потому что нам нужно что-нибудь прикольное выбить, это же катар, когти, да? Или лапы вот эти хотя бы острые. Острые когти. Лучше когти, самое лучшее когти выбить. Давайте сразу в храм когтистой гадюки пойдем. Темная магия в темной могиле. Темная магия в могиле, сказала наша девушка буквальным голоском. Честно-то говоря, просто русской версии, даже криво переведенной, без озвучки, не хватало. Сейчас русская версия говно, даже в оригинальном исполнении, ё-моё, знать английский язык, бла-бла-бла-бла-бла. Интересно, если ты считаешь, что они так же говорят, надо играть и слушать, блин, по-китайски. Или в японскую, они японские учат. Гурмана, ёп. Просто хватало сюда. Ну вот есть более-менее нормально. Зашибись. В этом плане я не привередлив к играм вообще никогда. Не был, да и не буду. Это же самое гачатика, да? И второе Диабло, блин, ну, не знаю, для людей, которые не играли в его, когда он вышел, наверное, на говно. О, третья штука еще намного. Оно разнообразнее, оно, блин, по интернету тоже можно играть. Обширнее, не знаю. Красивше. Амулет. Звякнул, звякнул, как я. Высококачественный открытый шлем, кстати. Блин. Был бы он, скотина, с сокетами. В пятом акте, если я не ошибаюсь, или в четвертом, или в пятом. Можно дверь поделить, пока это будет. Вещи делать сможет. До пятого акта еще как до Китая в одной позе. Убиваем через саркофаги, мумии больше не вылазят. Саркофаг очень жирный. То, чтобы очень на самом деле жирный, просто для нашего оружия сейчас. Он мега жирный. Ёп, супер. Хорошо, чтобы не было кучи стражей элитных, потому что было бы очень сложно убивать. Травят, естественно, зомбари. Резистов у нас от яда, блин, сколько там? 14, ну, это мало, то есть. По идее, к второму акту нужно хотя бы 30-ничек иметь, чтобы... Ну, потому что в втором акте очень много яда. В третьем очень много молний, поэтому резисты от молний нужны. Я, конечно, могу бегать с аурой, повышающей резисты, да, которую мы взяли, но, блин, я не могу вот от этой ауры избавиться, которой сейчас бегаю. Она намного лучше. Без нее будет совсем печально в плане урона и вообще всего. Просто в плане всего будет намного хуже.
Амулет совершения магического предмета. А зачем тебе? Давайте. Как бы два к силе, но это совсем ни о чем. А шанс повышения выпадения магического предмета он бы. Там не очень часто нам, наверное. Как же меня все бьют, это просто жесть. Все прочь просто изничтожают, блин, бедного ассасина. И бедную ассасинку. Твою мать! Печаль, беда и унижение. Мою сосинку просто унижают. Просто, знаете, насилуют. А теперь мне нужно, короче... Чего? Какой Лугален? Сколько есть курсов, чтобы сценить? Змеи, я ждала худшего. Да ёб, студы. Вообще, покупаем портал, проходим в Лутгулем. Нужно поговорить, если не ошибаюсь, с Каином. Дядю, я посох, рад видеть тебя. Я пропускаю это, потому что как бы с самого начала начал уж пропускать. Поэтому извиняйте. Где, блин, а где третья часть? Вот так вот, короче, делается. Там нет никакой третьей части. Вставляем его сюда. Во второй слот, блин, вставляем. Так вот. Великоль. Что я могу сделать для тебя? Продать штуку хреначей мы, наверное, можем для тебя. Посмотреть, что там продается из оружия еще. Чего дельного абсолютно, видите? Ну, предметом сокеты нет, ни хрена просто. Можно, конечно, поиграть с бардом, если не ошибаюсь. Это должен быть. Тип, нет, которые, ничего лучше, чем хороший. Который продает случайные предметы. Или, блин, это только в первом акте, не помню. На самом деле можно и в первом акте. Я много. Получаем еще одно задание. Тут. Приветствую. Так, пройти я пока туда не могу. Окей. Кто идет? Сейчас слетаем в наем. Зачем мне наем? Мне нужно установить наемницу свою, которая и так жива. Надо слетать в первый акт, короче. Попробовать купить какие-нибудь рандомные вещи. И на этом мы закончим очередную серию. Рад снова видеть вас. С тех пор, как сестры вернулись в свои... Да ничего полезного. Давай мне когти, братишка. Когти хочу. Ни хрена нету. Ну, давайте попробуем. Стрельба молнии 7.15. Не знаю, давайте посмотрим, что она будет давать. Это хуже хрень. Да, дает сопротивление молнии, но она хуже. Когти появились, блин. Повышенный урон, есть максимальный урон. А вот теперь когти мы можем поменять.
Ну, блин, ну сразу видно, блин, сразу просто видно. Дорогая хренатень, очень дорогая. А потом катар. Я и думал, что что такого там не будет. Нужно еще одни когти поймать. Что у меня 8-15. Честно говоря, я все равно бы лучше сбегал бы с двумя когтями. То есть, ну да. Лучше бегать с двумя когтями, чем с катарами, даже с более-менее неплохими катарами. Давайте еще немножко попробуем когти выбить. Блин, там, кажется, были когти, я пропустил их. Больше, наверное, атаки 10%. 8-15%. Да, давайте так. Если еще, если что, потом еще как бы... поиграем, если не выбьем еще нормальные когти. Ну что ж, спасибо всем огромное, кто смотрел. С вами был Айс, и всем пока-пока.